В Таразе прошел новогодний вечер «Альянс Пати», организованный Альянсом студентов Казахстана. В ходе мероприятия были отмечены студенты-активисты. На мероприятии побывал мой коллега Валихан Талгатов. Альянс студентов Казахстана создан, чтобы повлиять на будущее студентов и Казахстана. Молодежь в Альянсе предлагает свои идеи государству. Таким образом, они носят свой вклад в развитие страны. Миссией организации является создание условий для эффективной реализации интеллектуального, творческого, духовного, инновационного потенциала студенческой молодежи Республики Казахстан. Альянс студентов Казахстана – это новая, не похожая на другие студенческая организация страны. Государство нуждается в молодых, патриотично настроенных и интеллектуально развитых людях. Поэтому идеи, дела и стремления находят поддержку и достигают неизменного положительного результата. Были проведены акции, мероприятия, проекты. И сегодня в этом концерте мы заключаем. Какие у вас планы есть на будущее? На будущее. У нас есть совместный план со студентами Альянса студентов Казахстана. Мы проводим общие проекты и будем продолжать вот эти проекты и со следующего года. В ходе вечера был показан небольшой ролик с участием студентов колледжей и вузов, которые состоят в Альянсе. Настроение у собравшихся было видно по глазам. Цель данного мероприятия – это подведение итогов проделанной работы в праздничной обстановке. Всего же за текущий год было организовано 60 мероприятий. Мы подвели итоги своей работы, которая была проделана за этот год. Также организована была праздничная концертная программа. Студенты активно проявили себя на различных мероприятиях и акциях. Думаю, что очень клево так, что мы все собирались, отмечаем вместе этот Новый год, хорошие баллы. Думаю, надо каждый год это так устраивать. Вот, упорно работаем, усердно работаем. Надеюсь, из-за этого активно себя показываем. Также состоялось награждение активных студентов, которые проявили себя в уходящем году. Валихан Талгатов, Канат Бакатулла, Айкын Акпарат.